Добрый день, дорогие друзья! С вами Савич Сергей. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о будущем. Поехали! Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без технологий. Смартфоны, компьютеры, соцсети, онлайн-переводы – все это стало нашей реальностью. Но это только начало. Грядет эра тотальной цифровизации. Но как это изменит общество? Есть два пути развития. Первый – формирование технополисов. Массовый сбор всех видов персональных данных. Чипирование. Наращивание стандартизации на каждом уровне. И, как следствие, политика тотального контроля во всех сферах жизни. Настоящее цифровое рабство. Но есть второй путь, который предлагает совершенно иной взгляд на человека и технологии. Эко-техно-лайф. Создается экономика нового типа. Технологии служат на благо человечества, а не во вред. Управление финансами абсолютно прозрачно и децентрализовано. Наиболее важные решения принимаются голосованием. Комьюнити такого будущего возможно в первую очередь благодаря новой системе связи между людьми и перераспределению средств. Благодаря выстроенной системе распределения средств между участниками, потребление их продуктов и услуг формирует новые финансовые доходы. Результаты становятся выгодны всем участникам процесса. Это приводит к свободному движению средств и экономике вин-вин. При этом контроль устойчивости системы обеспечивается тесным взаимодействием амбассадоров, собственников, экспертов и других групп. Образуется цифровая культура. Благодаря технологиям есть возможность создания новых экономических моделей в форме замкнутых экосистем, позволяющих участникам взаимодействовать внутри, как бизнесу, так и частным пользователям. Так выглядят инструменты экосистемы уже сейчас. DAO Consensus состоит из фонда, акселератора, партнерской программы, цифрового банка и собственного маркетплейса. Эти элементы обеспечивают надежность и эффективность работы сайтов, социальных сетей, CRM-систем и других инструментов для работы и взаимодействия пользователей. Взаимодействие между участниками системы позволяет избежать дорогостоящих трат на продвижение продуктов, поэтому, в отличие от классических экономических моделей, в DAO Consensus эти средства идут на распределение внутри системы. TOR – принцип работы экономической модели. Ее каркас и архитектура выстроены на блокчейн. Это поможет прозрачно и четко отслеживать структуру управления процессами. При этом технологии не вредят, а служат на благо человека и его семьи. Свобода личности сохраняется под надежной защитой. Естественным образом формируется безопасная цифровая культура, возрастает уважение как к окружающей среде и обществу. Это будет совершенно новый, комфортный для всех мир. DAO Consensus – ваш проводник в новый диджитал мир. 11 декабря 2020 года данный проект был официально запущен в Москве. Я не буду сегодня рассказывать про все продукты, я не буду полностью рассказывать всю концепцию, из ролика немножко понятно. Я хочу, что вы сегодня узнали, как каждый из вас с помощью этой концепции может улучшить свою жизнь. Я думаю, идти по дороге в цифровое рабство не хочет никто. Все мы хотим создать свой новый, красивый мир, где технологии служат нам во благо. И компания DAO Consensus уже сейчас закладывает фундамент, выкупает землю для того, чтобы строить технополисы в разных городах и странах, где мы с вами, объединенные вместе, будем работать, жить и наслаждаться жизнью, используя естественные натуральные продукты, используя технологии и заботьтесь о том, чтобы нашим детям и нашим внукам осталась процветающая планета Земля. И сейчас мне хотелось бы поговорить, что может получить каждый из вас в плане финансового вознаграждения. Вы не только строите свое будущее, вы еще и строите свое финансовое будущее с компанией. Каждый из вас может получить три вида вознаграждения, ну даже четыре. Первое – это приобретя токены компании, это аналог акций, вы можете получать доход от роста токена на рынке. Смотрите, в декабре токен был по $1, сегодня он уже стоит 4. И каждый месяц его цена будет повышаться. Чем больше
компаний вливается в экосистему, чем больше предприятий, чем больше людей ее используют, тем выше капитализация и дороже курс. Второй источник дохода. Компания получает прибыль. И всем держателям токена выплачиваются дивиденды. На самом деле есть два токена. То есть первый — это как расчетная система, и его держатели получают 70% всех доходов компании. И второй — управляющий, где вы становитесь совладельцем компании, где ваш голос учитывается, в каком направлении двигается компания, куда инвестируют деньги, в каких городах в первую очередь открываются экопоселения, на что тратится прибыль, сколько процентов выплачивать или пускать эти проценты на капитализацию и рост курса токена. Это определяют те люди, которые держат второй токен. На него приходится 30% дохода. И сейчас мы с вами поговорим, как можно получать третий вид дохода, развивая бизнес вместе с компанией DAO Consensus. Итак, есть система вознаграждения, которая поощряет вас за распространение информации о компании, за подключение бизнесов, за подключение товаров и услуг в магазины, за то, что вы подключаете новых пользователей банка, за то, что вы расширяете экосистему. И пакеты, включающие покупку токенов на сегодняшний день, они дают право вам пройти обучение и развивать бизнес и получать доходы с бизнесов. Ну и как получать все три вида дохода. Четвертый вид дохода, я его условно назову четвертый вид дохода, это скорее поощрение. Компания дарит подарки, и мы с вами тоже об этом сегодня поговорим, их рассмотрим, как вы это можете получить. Количество людей, которым вы можете рассказать о концепции, не ограничено. Итак, друзья, давайте рассмотрим, как работает система вознаграждения DAO. Как мы уже сказали, есть четыре вида дохода, и два из них пассивных, два активных. То есть вам платят за действие. Мы с вами сейчас рассмотрим доход за действие. Допустим, в чем заключаются действия? Вы рассказываете людям о платформе DAO, вы рассказываете о продуктах, вы рассказываете, как это работает. Люди это используют либо как клиенты, либо строят бизнес вместе с DAO. И вы получаете с товарооборота доход, помимо того, что получаете доход по токенам или аналогам. Токены — это аналог акций, как я уже говорил. Да? Мы рассмотрим с вами именно активную часть. Вы рассказываете, люди делают то же самое, формируется команда. То есть помните, как работал Тор, да? С этой стороны люди, технологии, товары, услуги. То есть это все увеличивает капитализацию, это все дает деньги. Соответственно, эти же люди пользуются товарами и услугами, которые есть в системе. Ну, например, мы все пользуемся банковскими услугами, мы все ходим в магазин, тратим там деньги. Когда мы тратим деньги в магазине, те же банки получают комиссию. Так вот, все доходы поступающие, с каждого дохода идет прибыль. И эта прибыль распределяется на всех держателей акций. Но когда люди покупают акции по вашей рекомендации, вы сразу с этого получаете доход. И вот этот вид дохода мы с вами рассмотрим. Итак, есть несколько пакетов входа в бизнес. Есть пакет за $10, есть пакет за $100, за 300, за 1000, за 2500 и за 5000. 5000 пакет, когда вы покупаете, вам помимо токенов расчетных, на которые идет 70% прибыли, дается один голосующий токен в подарок. Его стоимость $5000, их количество ограничено, всего 10 тысяч на весь мир, и сейчас вы его получаете в подарок. И мы с вами сейчас рассмотрим простой пример, чтобы, ну, допустим, легче считать было, каждый человек подключил по 5 человек. Можно подключать и 1, и 10, и 20, и 100, будет все то же самое считаться. Те же самые проценты, такой же доход, просто чтобы легче считать было. Итак, смотрите, допустим, вот это вы. И вы подключили 5 человек. Да? Те люди, которых вы лично подключили, называются вашей первой линией. С их покупок вы получаете 10%. Те люди, которых они подключают, ваша вторая линия. С их покупок пакетов вы получаете 6%. Тех людей, которых они подключают,
ваша третья линия. С них вы получаете 8%. Ну и так далее. Четвертая линия, пятая линия, шестая линия. Не будем считать, да? Так вот, смотрите, кто-то спросит, почему со второй линии больше, ой, меньше, чем с третьей. Все очень просто. Есть такое понятие в сетевом маркетинге, а здесь используется принцип сетевого маркетинга. То есть нужно не просто подключить людей, а научить их. То есть вот вы подключили людей, ваша задача помочь этим людям сформировать свою команду. И вот за то, что вы помогаете людям развивать бизнес, появляется третья линия, с нее платят больше. То есть вы тренер, тренирующий тренеров. Еще раз, вы тренер, тренирующий тренеров. С первых трех линий вам платят всегда, неважно какая у вас есть квалификация, сколько вы зарабатываете, вы получаете деньги всегда. В принципе, можно получать с любой линии, но для этого уже нужна квалификация. И первая квалификационная ступенечка, она так и называется, первая ступенечка, это когда есть вы и у вас есть два человека. И общий товарооборот вашей команды, включая ваш пакет, составляет $500. Первая ступенечка вам дает дополнительно 5%. 5% вот к этим процентам. То есть с любой глубины теперь вы получаете 5% дополнительного дохода. До тех пор, пока не встретится человек, у которого также есть, вот, например, вот с этих людей, если пойдет товарооборот, вы будете везде получать по 5%. А вот у этого уже трое есть, если оборот 500 есть, вот с этой команды вы уже получите только с трех линий, с четвертой не получите. И вот эти 5% добавляются вот к этим линиям. Например, вот с этого человека вы получаете 6 плюс 5, с этого получаете 10 плюс 5 и так далее. То есть одна ступенька квалификации добавляет вам на самом деле 5% с любой глубины, которую вы можете получать. Следующая ступенечка, это когда ваши двое сделали то же самое, закрыли первую ступенечку. И общий товарооборот вашей команды $1500. Соответственно, в этот момент вы получаете уже 8%. И, соответственно, вот смотрите, теперь давайте посчитаем. 8% со всего товарооборота любого человека на любой глубине, пока не встретится человек в какой-то квалификации. Вот в данном примере, если вот этот человек в первой квалификации, да, то, соответственно, вы получите разницу 8 минус 5, 3%. Соответственно, 10 плюс 3, 13. А вот с этого уже получите 8 плюс 10. И с этого 8 плюс 10. И вот здесь, если человека подключат, 6 плюс 8 и так далее. Да? То есть ваша квалификация и процент с нее выплачивается вам со всей структуры или разница между квалифицированными вами людьми. Давайте рассмотрим, какие квалификации в компании есть вообще. Итак, первая квалификация, первая ступенечка, мы с вами уже говорили, дает 5%. Вторая квалификация 8%. Третья квалификация 11%. Четвертая квалификация 14%. Пятая 16%. Шестая 18%. Седьмая 20%. Восьмая 22%. Девятая 24 и 10 квалификация 26%. Итак, смотрите, 26% плюс 10%, которые мы максимально можем с первой линии получить, итого максимум мы можем получить 36% с одного пакета. И вот теперь давайте рассмотрим примеры. Как мы уже говорили, вы строите, допустим, пятерками, и давайте рассмотрим пример, что люди входят в бизнес всего лишь на $100. И заодно на этом же примере посмотрим, как заработать на дом, и посмотрим, как заработать и получить другие подарки. Итак, про подарки сразу. Первые 30 дней, почему здесь очень важен быстрый старт, первые 30 дней с момента покупки вашего пакета вы можете получить подарки в виде, первое, наушников, дальше, часов Apple, дальше смартфона, ноутбука и так далее. Мы сейчас все с вами рассмотрим. И при этом
вы будете зарабатывать проценты, о которых мы говорили. Итак, допустим, вы пригласили 5 человек. Соответственно, что произошло? Вы заработали с первой линии по 10 долларов, по 10%. То есть это по 10 долларов с каждого человека было бы 10%. И так как мы получаем 10% по 10 долларов с каждого, 5 человек умножаем на 10 долларов, 50 долларов заработали. Товарооборот мы сделали больше 500, потому что включается наш личный заказ, всего 600. Итого мы выполнили первую ступенечку квалификации. То есть теперь мы будем получать не 10%, а 15% с товарооборота. Когда наши люди сделали то же самое, 25 человек, мы выполнили условия на наушники. То есть мы сделали товарооборот 3000 и закрыли вторую квалификацию. Соответственно, чтобы получить наушники, вы видите условия их получения. Дальше. Следующая цель, которую мы можем получить, это часы Apple. Здесь товарооборот нужно сделать побольше. Каждый по 5 приглашает. У нас на третьем уровне будет 125 человек. Напоминаю, мы с этого уровня получаем 8%, плюс у нас квалификация уже третья, 11% добавляется, да, итого 19%. И мы с вами закрываем квалификацию 125 человек по 100 долларов, это 12500. То есть мы закрыли квалификацию на то, чтобы получить часы Apple. Дальше. Наши люди делают то же самое. Следующий шаг. 625 человек. Мы уже закрываем четвертую ступенечку квалификации. Это товарооборот 62 тысячи. И здесь мы можем выбрать либо планшет, потому что мы сюда получаем, либо iPhone. На выбор сами, либо iPhone последней модификации, либо планшет Pro. Соответственно, на iPhone нужно 17 тысяч, на планшет нужно 25 тысяч. Дальше, следующий шаг. 3125 человек. Это товарооборот уже больше 300 тысяч рублей. И мы, соответственно, с вами можем забрать компьютер. Для этого нужно 35 тысяч товарооборота. И более того, вот здесь мы можем с заработанных денег повысить пакет до 5000, потому что следующая ступенечка уже позволяет нам получить дом в Эко-Техно-Вилледж от компании в подарок. Для этого нужно сделать товарооборот 270 тысяч и закрыть шестую ступенечку квалификации. Мы в примере видим, что мы уже 300 тысяч оборота сделали. Следующая ступенечка 15625. Это товарооборот уже больше 1,5 миллиона долларов вы сделали. Соответственно, здесь у вас уже вы можете либо взять двухэтажный дом, либо автомобиль Tesla. Соответственно, ну, давайте вернемся чуть-чуть. Для двухэтажного дома нам нужен оборот 680 тысяч, восьмая ступенечка. Для автомобиля Tesla здесь две модификации. За 800 тысяч оборота вы получаете такую модель. И за 1,5 миллиона вот такую модель. Причем, обратите внимание, вы можете брать два подарка. Первые 30 дней любой из подарков забрали. После этого у вас запускается уже неограниченная по времени возможность. Вы сами выбираете подарок. Единственное, товарооборот нужно будет делать в два раза больше. Ну и для того, чтобы дома получить, начиная с домов, дома и машины Tesla, здесь нужно, у вас есть время до сентября месяца, то есть эта промо-акция работает до сентября месяца. Будет уже запущен поселок, будут дома, которые ждут тех людей, которые выполнили условия квалификации. Как видим, мы неплохо заработали, ну, например, на восьмой ступеньке квалификации мы зарабатываем 22%. Смотрите, при товарообороте 1,5 миллиона, с каждого миллиона 22%, это 220 тысяч долларов.
Полтора миллиона – это уже больше 30 тысяч долларов, только с одного уровня. Да? Каждый уровень следующий дает больше, чем все предыдущие вместе взятые. И что самое интересное, на этом этапе к системе, к экосистеме уже будет подключаться большое количество магазинов, потому что им всем интересны клиенты, им интересно решения, которые позволяют принимать платежи в криптовалюте, а это сейчас тренд на рынке. И эти магазины могут подключать своих клиентов. И вот самое интересное, чтобы эти магазины были под вашими людьми, в вашей экосистеме, тогда все клиенты, которых они будут подключать, будут попадать к вам в структуру. И представляете, сколько клиентов может подключить один магазин. И что самое приятное, это все в смарт-контракте, на блокчейне. То есть у вас это никто не может забрать, у вас никто не может терминировать, у вас никто не может передвинуть, у вас никто не может забрать ветку, что-то переставить и так далее. То есть сделанная работа единожды будет давать доход вам, и не только вам, а вашим детям и, может быть, даже внукам. До тех пор, пока работает смарт-контракт, а он никем остановлен быть не может, пока работает система, пока ею пользуются люди, будет расти ваше благосостояние. И вот этого я вам желаю. Встретимся на ближайших семинарах и митапах компании, где подробно рассказывается и о продуктах, и о системе вознаграждения. С вами был Савич Сергей. Желаю вам успехов, доходов, домов, квартир, машин и путешествий по всему миру. Всего доброго!